Всем привет, уважаемые друзья и подписчики, с вами Лео Я. Сегодня у нас это новое приключение, новое, называется «Бизнес художника». Это идет продолжение после художницы, но немножко отличается то, что я говорил. Это у нас первый сезон, это будет про меня, я уже начал. Ребят, хочу сказать насчет предыдущей части, то есть, ну, то, что я уже сделал, да, у нас еще 6000 у нас есть. Давайте устроимся на работу художника, на потом будем чисто зарабатывать деньги на свой собственный бизнес. Хочу вам сказать, что насчет в предыдущей части мы играли за девушку, да? Вот, и единственное в том, что у нас правда была проблема, в том, что когда я записывал, получилось, она наполовину записалась, вторая половина начала отдельно уже записываться. Это я имею в виду ту игру, которую сейчас мы снимаем. Мы сейчас начинаем иначе. Буквально, в смысле, по-другому уже. Да, ну просто сюжетный может быть совпадаться один и тот же. Ну просто мы потом опять к ней вернемся. Обязательно. Дело в том, что мы начинаем именно так же, как и наша Лидия, только в этот раз уже буду я сам, ну, сам художник в этой игре. А вот ресторан-бар — это то же самое продолжение, но только там уже буду я не один, со мной будет брат. Вот, это последний раз я, типа, снимаю три разные прохождения по 73, ой, по 74. И одну, которую скоро доделаем, третью часть. И хочу сказать большое всем спасибо, но теперь уже стало 100 подписчиков. Это очень сильно меня порадовало. Очень благодарю вас. Я очень рад. На этот раз я не строю себе дом, я так живу, как есть. Здесь, в первом сезоне, мы будем просто обучаться рисованию, общаться с людьми, естественно, стараться во всем, короче. А живем мы в другом городе уже. Все знают, что их всего 4 города. Один, который просто пустой, без зданий. А все остальные у нас продать. Да, я продолжаю как типа рисовать, нужно еще общаться, все такое, вот немножко зарабатываю деньги. Мы только по 100 баксов тратим за то, что мы рисуем. Сегодня уже вечер, так что это одна серия, куда я делаю сегодня.
она? Ищи. Может быть, я тоже найду себе вторую половинку даже в этой игре. По сравнению в реальности. Самба. Фабусабе? О, Долфус Ревуда. Карба. Парнакваб Дуфа? О, Бетеса. Самба. У меня вроде здесь ничего нету. Конкару. Кроме кровати и кухонный стол. Единственное, что у меня тут не хватает, это телевизор. Да. У меня тут телевизор не хватает. Обидно. Хотя бы не такой уж большой. Ух ты, фига себе. За 2000. Не-не-не. Дорогую брать не будет. Это тоже. Возьмем пример. Кто стоит, может, это 3000. 1400. Ну, давайте вот такой. Что, он не ставится, что ли? А, это, наверное, мешает книжный пол. А, нет. Дело в том, что вот этот стоит, тот... То, что нам не нужно. Нам нужен такой простенький лет, не вижу, чтобы поместился. Во. Давай так. Гэнза! О, Лэмпима! Тирю! Су! Чимрэй! Gorch Variki Wixona. Pinaruja Sapa Axine Kaboom. Larkin Flova? Flash Begoy. Flazit. Parnaquab Dufa? Samba. Foo, Svenorf. Quexi. Darzidoba. Dopfi Toba Kalarga. Farbo. Queb Faruda. Ah. Dom Sabuna. Zashwa. Aga Aga. Уфа Тару. А, Сосо. Сила. Дженсиба. Ага. Кару. Ага. О, Терфна. Гипс. Зарзуя. Типикалу. И на. Убиза стей. Акритс. Нарфа Язуа. Ва дизор. Оне Афаза. Бойза. О. Oh. And Orpha. We're two knees. Bagoni. Oh. Lovo. Ganathoi. Bumkaro Musti. Ah. So-so. Ага. Анджим. Все разошлись. Нормально. Мы на втором этаже, у нас есть вся территория. После этого мы еще должны покушать. Янефедс. Тибс. А, мы не можем. Джима. Оу. Сейчас будем готовить. Ура на ЧМЗ. Ты скачал игру или купил? Скачал. Она у меня только скачана, а не куплена. Я не покупаю особенно Sims 4, потому что у Оджими только она связана, а не в Steam. Вот что обидно. Конечно, привет, привет. Еще раз. Мы продолжаем, как мы в предыдущей, помните, за художницу играли, за Лидию. На этот раз бизнес относится уже ко мне. Я художник, владею своим собственным бизнесом.
Это тоже делится, только здесь только про меня два сезона, а про девушку пока три. Ну, на самом деле не только три будет, но два, по идее. Но если тут затруднится, там, по поводу не получится там, ей помочь найти вторую половинку, я имею в виду Лидию, художницу, то будет, естественно, выходить и третий сезон. Я туда и сюда постепенно играю в компьютерной и игровой консоли. Я, если честно, по Sims 4 по-любому никак не могу купить, потому что я-то знаю, что в Steam они его никогда его не сделают, тот самый игру. Которая то, что играет. Где скачал, пожалуйста, оставь ссылку, прямо моя сейчас рожица сбитая с толку. Ссылку? Ну, в принципе, могу скинуть сейчас. Только именно оттуда я скачивал ссылку, сейчас скачаю. Ну, то есть не скачаю, а скину. Только именно оттуда. Держи. Командос Старс, меньше чем Аирыф равно, меньше чем Линк, больше чем Сетап.ком, меньше чем Слэш и больше чем. Это тот самый ссылка, который я оттуда и скачивал. Последняя версия игры. Зато пообщались. Пока я рисую, учусь рисовать и работаю, подрабатываю на бизнес, лично пока свой. Ну, типа на себя, в смысле. Пока что я, ребята, если кто-то любит таких игр, пожалуйста, смотрите. Я просто снимаю все разнообразие, все понемножку, туда и сюда, если что. Скоро выйдет... 7 дней, чтобы умереть, которые 6 сезонов будет, абсолютно. Это новое приключение, новое выживание по новой, абсолютно. Ну, я не могу сказать точно, но, наверное, после GTA-шки опять выйдет первый сезон из 6. Также, так и GTA-шка живет тоже. Но если вдруг у тебя не получилось, ой, создать копию, зачем? Я создал, нормально. Лемтим Юнаби. Сам начал, я даже не нажимал. Классика, во. Это у него внутри. Как плеер, слушаю классическую музыку. Я всегда слушал музыку классическую. Еще и джаз, блин. Ну, все то, что просто без слов.
Ура на ЧМЗ, спасибо, что оставил ссылку. Да не за что. Именно оттуда я с той ссылки, ну то есть вот этого сайта, все там и скачивал те последние версии, те, которые есть игры. По сравнению покупки. Лучше скачивать, чем покупать. Нет, то, что если она есть в Steam, то да, можно купить. Я игры покупаю только в Steam. Потому что я Steam использую. Нормально. Вышли на улицу. По идее, мы должны там спать, не внизу. Наш дом есть. Зачем лайки-то спать? Мы же у себя дома. Ура на ЧМЗ. Да у нас игра стоит 1000 рублей. Ну да, согласен, не спорю. А там он стоит там больше 1000. Если я считаю еще плюсы за дополнение все вместе. Почти около 2 или 3 к минимуму идет сумма стоимости игры. Отлично. Wasibis Benarla Uminu Atwaya Lume Uminu Nibnav. Ура на ЧМЗ, ты крутой блогер. Спасибо. Ну. Ура на ЧМЗ. Обнимающая рожица, обнимающая рожица, обнимающая рожица. Спасибо, спасибо, спасибо. Большое спасибо. Вот я за это обожаю тоже еще программу, за то, что я могу теперь спокойно общаться с вами. В какую бы игру не играл. Прям внутри. И все в порядке, пресса и чат. Нет, я всегда делюсь, ребят, я всегда часто, ну, то есть, те, кто бы мне попросил, я бы все равно делился и скинул ссылку в описании всегда. Если кому-то нужна какая-то игра, зависит, какую я игру, типа, снимаю, или могу сказать, например, что лучше не скачивать, а именно купить. Ну, какой-нибудь зависит, если что-то. Вот Sims 4 я, правда, только скачиваю, ребят, только скачиваю. Чем покупаю. Потому что там будет проще. Спокойно скачал, установил, просто спокойно поиграл, наслаждался этим игрой, чем покупать. Нет, купить в Steam можно, только в Sims 3 и все, больше никакой. Я сейчас его, конечно, не покупаю, потому что у меня есть те, кто то, что запланирует. А, еще и сам уберет. Отлично. Наслаждаемся музыкой.
Плюс срать будем сейчас на всю картину. Урана Чиэмзи. Ухмыляющаяся рожица. Смеющаяся рожица с веселыми глазами. Подмигивающая рожица с веселыми глазами. Вот поэтому я всегда и вам говорил, что я ничего не ищу, ничего никогда. Я честный человек, играю в игры, снимаю, делюсь таким, каким можно считать интересным. А какие типы-то, например, я вообще не смог пройти, но все равно оставляю это видео, сделано как обзор или там далее. Если плохой получился запись, я могу просто их... Если там, например, одно видео разделилось на две части, ничего страшного, я себя на как-то скачиваю, я его объединяю как один, а потом уже выкладываю обратно то, который уже был готовый. Потому что такое иногда случается в стриме, на записи. Поэтому я решил немножко продолжить постепенно. Еще ту игру, которую я начал делать еще из PlayStation 1, которая в детстве, которая The Priz называется игра. Я по ней тоже скоро доделал. Просто я там немножко обрезал этот кусок, когда где я сохранился в том монете, да, как раз. Где там будет сюжетный. Я буду его пока проходить, пока не то что надоедется. Дело в том, что просто как смогу, как пройду. Потому что я прошел раз тогда в детстве и тоже его играл. Я полностью его проходил. Абсолютно. Ну, я имею в виду игру из PlayStation 1, где Трейси имел в виду. Которую сейчас я делаю из нее. Я просто решил поснимать те, которые то, что у меня связано в детстве, которые у меня было из PlayStation 1. Те игры. Конечно, у меня их там сейчас у меня в папке на жестком диске. Куча игр. Просто вообще жесть. Где-то, по-моему, 250 игр. Некоторые игры, которые связаны со мной. А некоторые, например, не связаны со мной в детстве, а может быть даже связаны с вашей. Также и относятся и Sega Mega Drive. Кстати, насчет Денди тоже. Там полная жесть. Там 155 игр у меня. Некоторые из них, я помните, да, я делал обзорчик такое, там где-то были, несколько человек, штук, по-моему, 20, да. А некоторые чисто бой прохождения. Некоторые. Также и PlayStation 2 я тоже все равно буду делать, но пока я его пока не делаю, потому что я делаю PlayStation 1, так что потом да, начну, наверное, Наруто делать вторую часть из 5. Там всего 5 частей. Всего 5. Но осталось только 4 частей. Вторая, третья. Вторая, третья, четвертая и пятая.
Faint enough. Да, поднимаем себе настроение. Ура на ЧМЗ. На японском я не понимаю. Прощения, я на ваш такой язык не понимаю. Английский тоже не понимаю, не очень дружу. Ну, пообщаться все равно, конечно, засчитывается. Крекер растет убер. Лололол кейкейкейчейчжейзэтуай палскейтиуай мне. Не если за сайт жест сгупит джеккупа знак неодобрения, 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 знак неодобрения. Ну, да, это я знаю. Тубер, купаю я. Можете чего угодно писать, ребят, но я все равно вас не понимаю. Ни одним, ни язык ваш вообще ничего. Я принимаю только русский язык, русский текст. Ваш язык не принимаю. Купаю я. Так, давайте сходим в город, по-моему. А, у нас не получится, у нас сейчас через несколько мнений. Так, секундочку. Сейчас. О, можно поиграть, давайте. Почему бы нет? Выйдем на улицу, прогуляемся. К сожалению, я вас вообще иностранцы. Хочу вас напомнить. Для вас вообще запрещено писать на моем стриме абсолютно... Иностранские языки вообще запрещено. Потому что мы не владеем вашим языком. Смотреть, конечно, вы можете, но писать вам запрещено. Я принимаю только русский текст. Кретер вастет убер, тиуай туэсуайэсзэтуайэсзэтуинг джэст скупай гупи рожица с высунутым языком, 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 средний палец в средний палец в средний палец в средний палец фикер фикиу. Ура на ЧМЗ, нет, это корейский язык. Но я все равно, по-любому, их язык не принимаю. Так, за это отскобление я его забаниваю. Все, он допрыгался. Смотрите, он может сколько угодно, но лайки писать, и он уже не имеет права. Полностью заблокированным пользователем на моем канале. Таково правило. Те, кто будет материться и позориться, будут забанены навсегда. Так что, пожалуйста, соблюдайте. Как бы я, конечно, не хочу их забанить, но они сами попросили. Хоть бы унинец, без разницы, кем они были по национальности. Я их все равно буду банить. Если они не понимают. Потому что я же вижу, его просил, что запрещено соблюдать, как типа запрещено писать про меня русский язык.
Так. Стоим, пока еще идет, ребята, еще не заканчивается. Я скажу, когда будет заканчиваться. Ну, естественно, все другие зрители узнают, что вы позовитесь. И вас будет легко спалить. Ваши ники. Прилично. Все зависит от ваших действий. Все, я пошел на работу. Ура на ЧМЗ, улыбающаяся рожица с веселыми глазами, улыбающаяся рожица с веселыми глазами, улыбающаяся рожица с веселыми глазами, улыбающаяся рожица с веселыми глазами. Ну, и то верно. Идем пока веселиться, чем бы они. Ну, русских я своих тоже могу, как раз там есть один человек, который уже забанил уже давно, которая опозорилась. With one noise. Uh-huh. Turapinar? Bekanoi. Wabarani Tarib. Zabris Kithara. Chelner. Gungane. Barobi. Chabi. You fit me? Nyaluf. Oh, Churla Berloy. Да. Что такое состояние? Ну да, когда мы пришли только с работы, понимаю, уже устали. Вообще просто... У неё сейчас будет немножко проблема. Да, вот это беда, 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 беда. Так, давай быстрее. Немного после процесса мы ускоряемся. О, уже готовим, отлично. Как раз надо поесть. Готовили и ушли. Нормально. Спать причем. Ну да. Давай сначала поедим. Я знаю, я знаю. Перед тем, как поднять бодрость, надо попомнить вот это все остальное. Так, все. Ура на ЧМЗ. А почему улыбаешься, рожижица, рожица со слезами от радости? Да я просто потому, что я обожаю эту игру, поэтому таким образом выражаюсь.
Это такое выражение у меня такое. Если человек играет и иногда видит, что немножко там что-то не успевает и так далее, поражается, все такое. Это у меня такое радость в том, что я обожаю эту игру больше всех. Вот поэтому я часто смеемся иногда или улыбаюсь, в принципе. Любой бы человек таким уважением радовался за это. Или, например, даже бывает такое, например, я люблю то, что делаю себя. Ну, снимаю игры, вот я за это обожаю. Даже это. Я везде бы смеялся бы, в любом ситуации. Даже если я, например, играю какую-нибудь игровую консоль, да, без мегафона, то я бы все равно там тоже радовался. Но мы бы, естественно, бы не видели бы. Так, ускоряйся, ускоряйся. Опять потом душ. Вроде успеваем, у нас еще работа есть сегодня. Я там пою в душе. Через час у нас на работу. Вот как раз мы успеваем. Все. Следить за состояние, плюс еще надо поесть. На этот раз мы не стали готовить. По-моему, салат едим, да. У нас на работу через час. Скоро повышение. Ну вот, зато успели. Сейчас идем на работу. Так, Леонардо случайно вдыхает пары скипидара, когда убирается в одном из комнаты. Поступили бы он как ответственный работник. Присядь, чтобы отдохнуть или доработать на свою смену. Работать. Веселье у меня упало. Так. Апимо. Да, сейчас будем смотреть. У нас настроение упало. Опушать. Сейчас с собой еду возьмем. О, вот это я понимаю. Все, успеваем. Отлично.
Давайте нарисуем один. Пожалуйста. Решил книжку здесь почитать. Да, ты говорил уже. Отлично. И идем спать. Что ж, начали. Вампир. Я не успел взглянуть. Thark, thark, thark. Zoot, zoot. Oh, easy. Nasine pafarble. Ах ты, паразит. Просыпайся. Нормально. Стоим в нуле. Так, пока что уже скоро будем, конечно, заканчивать вот нашу первую встречу с вампиром. Это у меня так уж недавно выпил, у меня все время, короче. Oh.
Да-да. Сейчас пойдем в туалет. И поедим заодно завтра. И посмотрим тебе. Ну что ж, уважаемые друзья, я эту первую серию, первый сезон по поводу бизнес-художника заканчиваю. Скоро мы продолжим следующую часть, где-то завтра после игровой консоли. Так что большое всем спасибо, кто присутствовал.